Вот у нас получилось больше литра живительного напитка, который мы делим на троих. С пенкой. Фига все с Баклашкиной. По-честному. Да. Да ладно, что ж отец будет. Как раз, смотрите, что у нас получилось. Вот это вот емкость у нас, да? Угу. Больше литра. Хватило. Моя пивная кружка, знаете, и две ваших баклажки. Давайте о, соль. Как хорошо. Соль давай. Соль? А для чего соль? Сейчас узнаете. Пробуйте сперва так. Пробуй сперва, по глотку сделали. А потом я вам соль сделаю. Нормально. Даже домашний вкус чувствуется. Домашний вкус? Угу. Домашние помидоры прям чувствуются. Отошли, не загораживайте. Это вот. Все супер, соль. Солька сейчас вообще будет бомба. И баба. Мы в детстве раньше у нас стояли 3-литровые баллоны. Стакан с солью стоял, ложка, ну, что-то ты покупаешь себе томатный сок. И обязательно берешь ложку соли и кайфуешь. Вкус детства, выключай. А, подожди, стой, мы же не чокнулись. Больше я с вами не чокнулся. Отходи. Ну? За здоровье! За здоровье! Ура! 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 Вкусно. Выключаем?